Re, viss ēters ir te! Юбилей латышского художника Яниса Розенталя внесен в календарь отмечаемых дат ЮНЕСКО. Классику живописи в этом году исполняется 150 лет. Юбилейные мероприятия, выставки, конкурсы, лекции и концерты продлятся в течение всего года. А первая выставка откроется уже 28 января в музее-квартире художника. В музее-квартире Яниса Розенталя лишь начинается ремонт. В советское время тут была коммунальная квартира. Это было долгие годы покрыто с обоем. Мы там можем видеть фрагменты. Под слоями обоев роспись, которой сам художник украсил детскую. Квартиру в свое время сделали по дизайну Розенталя. Даже мебель по его эскизам. В начале 20 века это был настоящий салон для творческих людей. В Риге в то время говорили, что в квартире Розентала встречаются люди в 8 разных национальностей. В этой квартире Розенталь создал свои лучшие работы. Ему было и где уединиться, именно здесь, в удобной и светлой мастерской. Когда пришло время обедать, жена Розентала давала такой сигнал. Здесь много его личных вещей, даже робов, которые он писал. К сожалению, реставраторы почистили его, и здесь нету пятен от краски, с которой он работал. 150 лет Розенталю исполняется в марте, но мероприятия, посвященные его юбилею, будут проходить весь год. В основном в Салдусе, на родине художника, и в Риге, где он жил потом. Мы хотели, чтобы каждая из этих институций, которая делает свои мероприятия, нашли что-нибудь новое. Тот акцент или какие-то до сих пор меньше популяризированные вещи из их коллекции. Или какой-то аспект деятельности Розентала, который меньше исследовался. Первое юбилейное мероприятие – выставка работ учеников художественной школы имени Розенталя. В наше время, как и во всех временах, очень много талантливых детей и талантливой молодежи, которые с большим интересом изучают вот этот академический, реалистический рисунок, живопись. Это здание не спутаешь с обычной школой. Сквозь стекла видны гипсовые статуи. В коридоре в качестве новогоднего декора – борщевик. А в классах тихо. Лишь шорох карандашей, скользящих по бумаге. Я считаю, что искусство настолько прекрасно, что если бы люди интересовались этим, то они бы знали очень много имен вообще великих художников. Янис Розенталь – один из основоположников Национальной школы живописи, поднявший ее на европейский уровень. Не случайно его юбилей включен в календарь дат, отмечаемых ЮНЕСКО. Ян Рубинчик, Ришин Ислейтес, Латвийское телевидение.